Блендер в доме – вещь необходимая. С его помощью можно приготовить много хороших блюд. Например, можно сделать пюре, фруктовое смузи, жидкое тесто для блинов, измельчить овощи или взбить белки, приготовить коктейль. Я пользуюсь блендером фирмы Vitesse, модель VS-237. Техникой я очень довольна. Блендер у меня 2 года. Включаю я его примерно 2-3 раза в месяц. Он исправно работает. Нравится он мне тем, что легкий, легко собирается. Насадки легко меняются при необходимости. Работает он тихо. Что особенно хорошо по утрам, когда все спят, а ты что-то готовишь. Из своих любимых близких. Моется все легко. Единственное, что для меня это излишняя комплектация. Я в основном пользуюсь вот этой насадкой. То, что все, что возможно, фрукты, овощи, каши, все что угодно, измельчает, делает пюре. Пару раз в год я пользуюсь венчиком. Он легко моется. Он очень такой гибкий, легко моется. Этой чашей, в которой все измельчается, я пользуюсь очень редко. Пару раз, может быть, всего пользовалась. В принципе, она мне не нужна. Я считаю, что лучше доски и ножа для измельчения еще пока ничего не придумала. Вот эта штука, мне кажется, не очень удобной. Измельчает неравномерно, я ей не пользуюсь. Она лишняя для меня. Так. Что еще можно сказать? Кнопки. Здесь 2 режима. Медленный и скоростной. Я обычно пользуюсь медленным режимом. Этой кнопкой практически не пользуюсь. И кнопки сами, на мой взгляд, неудобны. Приходится с силой надавливать и удерживать. Когда ты работаешь 2-3 минуты, это чувствительно. Кнопки не очень удобны. А в целом в руке лежит хорошо, легкий, удобный, маневренный. Я техникой довольна.